Мы сюда попали сначала случайно, потому что нам просто места не хватило в государственном садике. А вообще у нас очень много родственников, братьев и сестер живут в Австралии. Поэтому мы очень хотели изучать английский язык, чтобы мы имели возможность общаться с нашими родственниками. Поэтому, когда мы пришли сюда, нам, конечно, понравилась обстановка. Ну, сначала, да, встречают по одежке. Игрушки, как нас встретили, как с нами общались. Конечно, нас очень впечатлили педагоги. В тот момент работала мисс Мэри из Африки, афроамериканка. Очень эффектная, красивая девушка такая, яркая. И вот этот интернациональный дух, ну, как-то очень впечатлил нас. То есть, когда границы стираются между странами, между национальностями, между культурами. Не то, что стираются, а взаимопроникают, наоборот, даже так. Не стираются, а взаимопроникают друг в друга. Мне даже это нравится, что у нас меняются носители языка. То есть вот у меня старший Артур 4 года проходил, у нас, ну, наверное, каждый год носитель языка менялся. И они были там, кто-то из Америки, мистер Пол, кто-то был из Англии, мистер Стив. Были у нас носители даже вот из Африки, из Новой Зеландии. Каждый носитель языка имеет свой какой-то, ну, акцент, да. А наши дети учатся общаться на английском языке, ну, как бы преодолевая, что ли, все эти акценты. Ну, вот, например, с мужем не ставим себе цель, чтобы наши дети жили за границей, ну, в будущем, да. Может быть, они выберут это, но мы не ставим себе это целью. И учиться, возможно, скорее всего, они будут в России. Но мне очень бы хотелось, чтобы мои дети, приехав за границу, могли рассказать о родной стране, о России на английском языке. Мне нравится, что мне не нужно ребенка возить из школы куда-то в кружки, потом забирать, возить в другой кружок. Я получаю английский язык, я получаю уход за ребенком, я получаю возможность выбирать между дисциплинами музыка, танцы, дополнительные языки, спорт, рисование. То есть возможности очень большие в одном месте получить комплекс услуг.